Нарушают как водители, так и сами пешеходы. С начала года в регионе зафиксировано 75 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 39, то есть больше половины из них, произошли по вине самих пострадавших. Ведь многие считают, что если переходишь дорогу, значит водитель обязан остановиться. Однако по букве закона это неправильно. Переходить нужно в строго отведенном месте. В ходе рейда сотрудники полиции напомнили пешим нарушителям о том, что они порой рискуют собственной жизнью или здоровьем, переходя дорогу в неустановленном месте. Правда, сделать так, чтобы человек надолго запомнил, где именно нужно переходить дорогу, можно только с помощью штрафа. Чтобы в следующий раз при виде уходящего автобуса не бросаться под колеса автомобилей. Основные виды нарушений, связанные с наездом пешеходов, это переход в неустановленном месте и невыполнение требований сигнала светофора. Это со стороны вот именно пешеходов. Ну и водители также зачастую не пропускают пешеходов на пешеходных переходах. Сейчас штраф на водителей очень приличный, 1500 рублей штраф. На пешеходов налагается штраф за нарушение правил дорожного движения при переходе в проезжую часть. Штраф в размере 500 рублей.